Друзі, я вас вітаю. Це тут канал «Фабрика новин». Я Анастасія Федор. І поки я представлю вам нашого сьогоднішнього гостя, ставте лайк, підписку, обов'язково дзвіночок, щоб не пропустити все цікаве на «Фабриці новини». Ну, а з нами сьогодні Дмитро Попов, психолог, кандидат психологічних наук, профайлер. Коротко поясню, це експерт, який виявляє брехню на основі міміки, жестів людини та її манери говорити. Дмитре, я вас вітаю. Добрий день. Отже, про що ми сьогодні будемо говорити? Будемо говорити ми про Путіна, диктатора Росії. Але, звісно, не скажу, що мені цікаво це як особистість, не про як особистість ми будемо говорити, тому що все зрозуміло з цією людиною, навіть нелюдом, можу навіть так сказати. Але поговоримо про те, на що він хворий, і я сподіваюся сьогодні почути від нашого експерта, що шизофренія точно прогресує і що Путіну залишилось недовго. Отже, з чого би я почала? Почала би з того, як змінювався Путін впродовж повномасштабного вторгнення. Ми бачили його звернення 23 лютого, коли він оголошував війну, і бачимо, як він змінювався впродовж усіх цих місяців, коли він час від часу лякав ядерною зброєю, лякав тим, що в Росії не закінчуються ресурси, і в нього є безкінечна кількість мобілізованих. І от на прикладі скрінів, яких ми бачимо зараз на екрані, от перший з верхніх – це те, що Путін звертався 23 лютого, коли говорив, що потрібна війна. І останнє – це його виступ 22 лютого, коли він вийшов до журналістів, якщо так можна назвати цих людей, і відповів буквально на кілька запитань. Що скажете? Ну, во-первых, я хочу сказать, что это два разных человека. Действительно, тот Путин, который выступал 23 февраля и 24 тоже, это тот вариант, который называется среди специалистов, которые различают этих людей, бункерный. То есть это тот оригинал, которого они все берегут, который сам себя очень сильно бережет, и который крайне отличается по поведению от всех остальных образцов. Более того, поведение окружающих очень сильно отличается, кто знает, кто в теме, при репликанте или при непосредственно бункерном. Тот, что на нижней фотографии, это репликант, который носит название «банкетный». Это все, безусловно, условно, это просто, чтобы их как-то отличать. Банкетный чаще всего появляется на каких-то коротких собраниях, где, может быть, надо сказать какую-то колкость, какую-то шутку, выпить какого-то шампанского. Вот это его стихия, это чаще всего он. За последнее время еще появлялся третий вариант, он называется говорун. Этот человек может долго, околонаучно произносить речи. Они все втроем похожи друг на друга. Причем похожи до такой степени, что я их вот визуально не отличаю. Почему я вам сказал, когда вы мне показали первые фотографии, что я четко сказал, где один, где второй, просто я это уже видел, это я уже измерял. Я измеряю геометрию черепа и с определенных соотношением уже понимаю, кто есть кто. На самом деле надо похлопать и... Честно, это, наверное, первый раз в истории современного человечества, что спецслужбам удалось создать трех достаточно похожих людей. Но дело в том, что это было создать достаточно просто, исходя из того, что первый вариант, бункерный, он исколот ботоксом. И там уже не настоящее лицо, а оно приведено к определенному упрощению именно этим ботоксом. И поэтому под этот ботокс было легко уже делать два других репликанта. Но... Вот с голосом они постарались, потому что голос это мне чаще всего вопрос задают, а как же с голосом, вот вы там, они по голосу все похожи. Ну, во-первых, деньги и время того стоят, репликантов тренировали, у них действительно голоса похожие, действительно похожая манера изложения, чуть-чуть отличается содержание речи, но незначительно. Поэтому по телефону я их не отличу. То же самое по телефону их не отличит Макрон, который очень любит часто по телефону разговаривать с Путиным. И с каким из Путиных он сейчас разговаривает, большой вопрос. И еще очень важно. Я не вижу сходства между бункерным и тем человеком, который носил чемоданчики за Собчаком. Это два разных человека. То есть тот человек, который действительно стал первым президентом после Ельцина, собчаковский помощник, это не тот человек, который сейчас является бункерным. Где настоящий, я не знаю.
Ну, є багато тверджень, що, ймовірно, вже Путін давно помер, про це багато говорять. Люди з різних галузей, причому і експерти, і гадалки, і тарологи, тому насправді тут цікава історія. Ми, до речі, з вами обов'язково повернемось ще до того, які є двійники в Путіна, і, власне, як він з'являвся на публіці впродовж року, і чи це був він. А зараз я про таке вас запитала. Американський психіатр, професор Каліфорнійського університету Джеймс Феллон влітку 22-го року озвучив свій діагноз Путіну. Він був такий: Путін – психопат з ознаками садиста, що втрачає над собою контроль. Чи погоджуєтесь ви з таким твердженням психіатра, цитата якого реально розлетілася у ЗМІ впродовж року? Да, более того, я об этом говорил еще с 2015 года. Я не психиатр, я психолог, но психопатия, я ее тогда трактовал как социопатию. То есть социопат – это один из подразделов психопатии, который отличается именно социальной направленностью этой патии. Да, Путин действительно психопат, и он действительно агрессивный, и он действительно слабо контролируемый. Исходя, почему я могу утверждать, что он слабо контролируемый, у меня есть информация из совершенно разных источников о том, что периодически Путин теряет над собой контроль, там он разбил у себя ванную комнату полностью после того, как ему доложили об одном из не очень успешных действий на фронтах. Путин показал свою психопатию, когда 23 числа он унижал Нарышкина, главу службы внешней разведки Российской Федерации, перед трибуной, что бедный, я удивился, почему там Нарышкин не обмочился со страху, в общем, загнал в угол совершенно человека. Поэтому да, я поддерживаю, более того, я абсолютно согласен, но это касается бункерного, а остальные этому диагнозу не соответствуют. Ось цей бункерний дід, якщо такий діагноз дійсно ймовірний, і швидше за все це правда, через що це? Багато психологів пояснюють певними травмами з дитинства, але ж дуже багато людей є в світі, в яких є певні травми з дитинства. Але от до такого масштабного, до чого призвів Путін, такої масштабної біди, насправді це точно не кожна людина може призвести. В чому ще може бути проблема Путіна? Ну, во-первых, я знаю, по крайней мере, о двух детствах Путина. Одно детство официальное, там из российской глубинки, где мама была там домохозяйкой, папа был рабочим на заводе. И вторая история, которую нам подала одна из прибалтийских, по-моему, журналисток, это грузинский след. То, что в Грузии его воспитывал отчим, он там был совершенно один, поэтому он пошел заниматься спортом, дзюдо, поэтому он там стал защищать себя там, и так далее. То есть его вот такой далекий путь. Ну, на самом деле, с психоанализом сложно спорить. Я не психоаналитик, но действительно, вот садистические наклонности и социопатия, многие чаще всего, не говорю, что всегда, но чаще всего растут из детства. То есть, скорее всего, субъект, тот, который в бункере, он действительно получил какие-то воздействия на свою психику до юношеского возраста, и эти последствия потом дали свою компенсацию. То есть вот то, что происходит сейчас, и происходило с Грузией, происходило в Приднестровье, происходит в Украине, в Сирии и так далее, все, что производится с приказа Путина, это все реализация его компенсации. То есть это какие-то амбиции, которые были подавлены, и сейчас они находят выход. А страдают при этом совершенно ни при чем и невинные миллионы людей. Слухайте, от, а це лікується? Звісно, ми зацікавлені в тому, щоб це, звісно, не вилікувалося і призвело до швидшого кінця, але от просто цікаво, такі серйозні діагнози. Хтось міг би допомогти з цьому бункерному діду сьогодні загалом? Позвольте, я вам отвечу із зоології. Хто такий соціопат? Вот представьте себе, это случай, который по всему миру распространен. В муравейниках водятся пауки, которые выглядят как муравей, пахнут как муравей и ведут себя как муравей. Муравьи их принимают за своих. Более того, они свои 8 ножек используют 6, а двое ножек используют как усики, как муравьи. И вот этот паук, он живет в муравейнике, его никто не трогает, а он периодически поедает муравьев, поскольку хищник в нем никто не отменял. Вот можно ли такого паука излечить, чтобы он стал муравьем? Вот психопат, он точно такой же. То есть это человек,
который выглядит, ну, существо, которое выглядит как человек, внутри биологически как человек, но всех остальных он использует как инструмент для своих целей. Я считаю, мне еще не удавалось, социопатом я сталкиваюсь со своей психотерапевтической практике, мне не удалось ни одного социопата вернуть на эту грешную землю. Можно немножко скорректировать, то есть закамуфлировать определенные его черты и выдвинуть другие, но это уже, грубо говоря, манипуляция, которая сути человека не меняет. Она просто делает так, чаще всего социопаты заканчивают свою жизнь в тюрьме, ну или в психиатрической клинике психопаты. Это делает просто так, что этот человек избежит наказания тюрьмой, но сути его это не меняет. Цікаво. Той самий, до речі, американський психіатр Джеймс Феллон, він сказав, що Путін володіє якостями не тільки типового психопата, а й злоякісного нарциса. От чи можна стверджувати, що Путін здатен навіть от такому стані натиснути ту ж саму червону кнопку, про яку часто говорять, розуміючи, що після цього йому буде удар відповідь і він помре? Чи дійсно ця людина себе настільки любить, що вона не буде робити ніяких зайвих кроків, розуміючи, що може померти, наприклад? Ну, во-первых, смерті він дуже сильно боїться. І це підчеркує ті столи, длиннющие, як футбольне поле, коли бункерний розмовляє з тим же генсеком ООН, з тим же Шойгу іноді і з Герасимовим. Там, по-моему, еще Макрон тоже приседал там на конце этого стола. Это говорит о том, вот когда то самое собрание Совета национальной безопасности 23 февраля, помните, зал, огромнейший зал, и ближайший к нему там сидел метров, наверное, на 30. То есть это делается для того, чтобы Путина случайно не заразили. Поскольку, ну, по многим источникам он болен, исходя из того, что когда настоящий Путин перемещается, за ним едет целая поликлиника врачей, там от 9 до 16, эти факты подтверждены. Вот первый факт. Он не хочет сближения с людьми, чтобы не подцепить какую-то инфекцию. Кроме того, вы, наверное, слышали, есть факты, что для встречи с настоящим Путиным люди проходят двухнедельный карантин именно с этой целью. То есть он не хочет заболеть и умереть от инфекции, он не хочет вообще умереть, и поэтому за ним шатаются врачи. Более того, он же использует и шаманские практики многочисленные, там купание в этих рогах оленя, там муралов, да, настоев их рогов, сколько бедных животных замочили для того, чтобы создать эти ванны. Использовали практиков шаманов, то есть жить он хочет. Но он почему-то надеется, что бункер его спасет. А вот человеческие жизни его вообще не интересуют. И вы помните, я когда начинал свое изучение этого субъекта, я начал это все с фильма «Миропорядок» Соловьева, «Новый миропорядок» с Путиным в главной роли. И вот там он сказал такую фразу, что они все подохнут, а мы попадем в рай. И этот мир без России, он не нужен никому. Да, но там надо было читать не без России, а без Путина. Этот мир никому не нужен. То есть, отправить этот мир в гиену огненную он сможет легко, без какой-либо совести. Но жить он надеется, что он выживет. Я не знаю, что там за бункер у него такой, что он думает, что он непробиваемый. Или их там настолько много, что он думает, что никто не узнает, что он в этом бункере сидит. Не знаю. Вот. Да, от него можно ожидать все, что угодно. Но если бы он не боялся смерти, он был бы на публике. А он панически не хочет выходить на публику. Вспоминайте сюжет, когда это лет 5-7 назад, его в Петербург привезли, чтобы он посмотрел, и где спортзал, где он занимался. И там единственный, кто встретился на километры рядом с ним, это голубь. Там даже мемы ходили, как этот голубь ему честь отдает воинскую. То есть Путин не хочет сближаться с людьми. И вот эти все ряженые, которые чаще всего с Путиным, причем повторяются, где бы он ни встречался, на заводе, в лесу с моряками, еще с кем-то, это все одни и те же люди, только переодетые. Ну, по всей видимости, сотрудники ФСБ. Естественно, которые, я так понимаю, постоянно проходят карантин.
От проряжених у ЗМІ зараз дуже слідкують за Путіним, звісно, за кожним його кроком. Бачили там і на птахофабриці, і інші такі якісь дуже дивні візити Путіна, ймовірно, щоб показати, що він ще живий. Але були ще два візити. Один з них – це Кримський міст. Це було після того, як туди потрапила бавовна. І також був візит на полігон, де загалом за інформацію деяких телеграмів сталося страшне, там нібито навіть застрелили людину військового, який хотів Путіна обійняти, потиснути йому руку. Ось ці дві поїздки Путіна, зараз ми бачимо на екрані ці фотографії, вверху це два Путіна, дві фотографії, де він на Кримському мосту, і от внизу це на полігоні. Що це за люди? Це, ймовірніше, не Путін. Это не бункерный, это реплика банкетного, но дело в том, что вот когда вы сказали, что Путин был на Крымском мосту, он там еще Мерседес вел, да, за рулем? Да, вы про это говорите. Через час после этого моста было прямое включение, что другой Путин был в Москве. Это возможно только если тело поместить в сверхзвуковой истребитель и провести его до Москвы за час. Не его организм 70-летний этого не выдержит. То есть это было две копии, которые одновременно были, один на Крымском мосту, другой в Москве. А вот эта копия, которая была на полигоне, да, я слышал, но об этом, к сожалению, подтверждений официальных нет, что там человек хотел с ним обняться, и его расстреляла охрана. Но потом, чтобы это замять, якобы он выбрал какого-то там какую-то цель и пообнимался с ним. Вот. Но это все равно реплика. Посмотрите, он находится в окружении людей. Путин панически этого боится. И не с целью того, что больше, что на него нападут, а с целью того, что он заразится какими-то микробами. Цікаво. Тоді в ЗМІ, я думаю, все точно підгледіли, що Путін дійсно не міг би себе на таку небезпеку наражати. Ну, взагалом, кілька разів говорили оточення Путіна, той самий Пісков, що Путін точно поїде в зону так званої спецоперації, як він називає, але ж ми також, ймовірно, розуміємо, що навіть якщо цей візит якийсь відбудеться якимось чином, то це, ймовірніше, точно буде не Путін. Так, да, безусловно, це буде не Путін. Да более того, цікаво, Путін і з політиками-то рідко зустрічається, той бункерний варіант. Ну так, зараз загалом і політики від нього відмовились, ну і власне Путін сам боїться, тому ситуація складна. Також наприкінці року, до речі, Путін відмовився від низки зустрічей, це, зокрема, і від зустрічей з журналістами, і від зустрічі з народом, і до федеральних зборів він також не хотів звертатись. Пояснювали за тим, що нібито йому нема що сказати, ну, в принципі, чому ні, тому що логічно Путіна поразка за поразкою, але все ж таки, ось ця відмова. Вони ж могли спокійно прислати будь-якого клона, будь-яку копію Путіна, який би щось сказав. Чому загалом ніхто не вийшов до людей? Ну, у мене мислі такі. Зараз, смотрите, зараз я буду конспірологічно мислити. Тобто я настоящого відповіді не знаю. Але я спробую мислити вслух. На меня очень подействовал факт, что с Си встретился Медведев. Я сейчас объясню взаимосвязь, между этим всем есть. Потому что в этот момент одна из реплик была в Минске. Дело в том, что ведущие игроки политические этого мира, они знают, не лично, конечно, они знают по разведке, где Путин подделка, где нет. И китаец – это один из них. Я думаю, что настоящему Путину на сегодняшний момент нехорошо. Иначе бы он поехал на встречу с китайцем, поскольку Китай – это остается единственная поддержка Путина в мире, мощная поддержка. Туда поехал клоун, который сам является двойником. То есть вы помните, что он был двойником там, на 4 или 5 лет, когда он заменял Путина между его президентскими сроками. Это совершенно вот клоун и совершенные изделия, которые вот никому пользы не приносят. И Си это тоже прекрасно понимает. Но двойника к нему было бы посылать еще хуже. То есть, с бункерным что-то происходит. Возможно, и, как вы сказали, можно послать реплику куда-то или этого клона, чтобы он что-то озвучил. Но здесь также идет и то, что там же планировалось, что он будет отвечать на какие-то вопросы. Безусловно, эти вопросы можно и срежиссировать, и дать ответы, но, очевидно, и что-то с клонами не так. Поэтому они отказались. А информация не потому, что нечего сказать, а потому, что очень высокий риск выхода из рта
того, кто будет представлять Путина, негативной информацией, которая в прямом эфире может быть крайне плохо истолкована русским социумом. Они не боятся мирового какого-то остракизма, они не боятся средств массовой информации мировой. У них сейчас основной страх, чтобы внутри русское общество их не смело. Это самый основной страх, потому что они видят, что за 300 дней войны, по сути, на Россию, кроме Украины, никто и не нападал с точки зрения обстрела российской территории. То есть они понимают, что Штаты и НАТО до этого не опустятся. Поэтому основные для них два соперника – это Украина, средства которой очень сильно ограничены, или свой социум, а у того средств, поскольку их 140 миллионов, более чем достаточно. До речі, цей соціум дуже багато йшлось про те, що якийсь час терпець урветься загалом в росіян, вийдуть на протести. Ми бачили такі мінімальні протести після оголошення мобілізації, коли чоловіків просто ловили на вулицях. Було буквально це кілька днів, далі все стихло. От загалом, як ви характеризували росіян, російський народ, він здатен на протест, який би змінив владу? Я считаю, что да, способен, но, к сожалению, вот те люди, которые способны на этот протест, их около 1,5 миллионов, и они сейчас все находятся. Часть в Монголии, часть в Грузии, часть в Турции. В общем, разбежались, как только на мобилизацию объявили приказ. Вот эти люди, которые готовы действовать на то, что им не нравится, они могут быть протестным электоратом, но они сбежали. Те, кто остался, и те, кто как бараны идут на убой, более того, еще эти вот безумные совершенно социальные ролики, которых сейчас просто расплодилось по русскому телевидению, но я уже насчитал 5, где там то дедушка за телефон пошел воевать, то внук не дал деду продать машину, пошел воевать. Но все сводится к деньгам, на самом деле. То, что тебе плохо, бабла нет, иди воюй, там деньги есть. Но никто не говорит, что потом ты приедешь частично, фрагментированно домой, завернутый в целлофан. Об этом никто не говорит. Так что приедешь? Да, это тоже, к сожалению, это так. Вот, поэтому, к сожалению, из той массы, которая осталась, чтобы вызвать протест, нужно дать какую-то крайне негативную информацию для них. Тогда, да, тогда это возможно, но я думаю, что это будет территориально и вызвано больше национальными вопросами, а не желанием свергнуть Путина. То есть я считаю, что протесты могут быть с точки зрения, и вот эта мобилизация, и война может это подстегнуть. Например, за свободу Дагестана, или за свободу Татарстана, или отделение Чечни. Вот тогда, да, это сработает, но это сработает не на убийство Путина, а на отделение территорий, и появление этих целого ряда удельных княжеств, которые будут уже непосредственно строить свою политику по национальному признаку. Это возможно. Ну, если тот электорат протестный, который ногами проголосовал за мобилизацию, то есть, грубо говоря, слинял с территории России, вот этот электорат, если он вернется, тоже возможно. И еще один электорат, о котором я очень сейчас хочу сказать. Это те военнослужащие, исключая вагнеровцев, которые получили негативный заряд на Украине. Это могло быть ранение, это могло быть наблюдение смерти близких. Преступники вагнеровцы сюда не относятся. Это совершенно отдельная категория. Это безумцы и люди совершенно убитой психики. Это не люди вообще. Это, но, к сожалению, они воюют, и воюют иногда неплохо. Это тоже правда. Вот тот электорат, который может взять автоматы и вернуться назад, это тоже угроза. Що ж, час покаже, з нетерпінням ми цього також чекаємо, ну і ще більше чекаємо, що ж там буде з Путіним. Так як ви допустили, що з ним щось може бути не так, якщо загалом взяти, підсумувати все, що ми говорили, ось всі ці його симптоми, скільки людина може з такими симптомами дійсно протягнути, прожити? Так, ну це вопрос, мабуть, к врачу більше, але давайте я відповім як психолог. Учитывая, что вот эти проблемы у бункерного с конечностями, у него правая сторона достаточно сильно обездвижена, особенно рука, меньше нога. Это, кстати, один из паттернов поведения, который я наблюдаю за Путиным. И, кстати, крайний раз он был бункерный на средства массовой информации живым. Это когда Шойгу ему докладывал про взятие Мариуполя. Там, если вы помните, Путин судорожно вцепился в край стола и 12 минут его не отпускал. Правая рука была вообще обездвижена.
Вот та реплика, которую вы показывали на фото, он правой рукой владеет прекрасно. Более того, он еще прыгает со ступенек подъемника на самолет, там со второй, с третьей ступеньки, и остается при этом неповрежденным. То есть там спортивный достаточно по отношению к бункерному варианту. Поэтому я думаю, что Путин страдает каким-то хроническим заболеванием, это может быть онкология, которая дала определенный прогресс на опорно-двигательный аппарат. И его очень сильно поддерживают. Там даже был вариант, съемки были «Синие руки Путина», где якобы следят инъекции. Ну, там это может быть и монтаж, то есть не факт, что это так. Но на видео как бы... было так, звернули да. Також увагу на це журналісти. Да, ну, это как подтверждение, да, такой основы конспирологии. Я очень надеюсь, что возраст, негативные воздействия, жить в стрессе, психосоматика, она никуда не денется, а Путин бункерный в стрессе живет. Почему? Потому что смерть ходит рядом. И она ходит и в виде бактерий, и в виде своей же элиты. Никто табакерку и шарфики Павла не отменял. То есть оно тоже может, он Путин это прекрасно понимает. Там есть информация, что он перетрахивает своих, как батька говорил, перетрахивает своих сотрудников этого бункера и меняет их через каждые две недели. Там такая информация тоже была. Снова из-за этого же страха. Поэтому я надеюсь, что его конец близок, и очень надеюсь, что до Гааги живой он не дотянет. А еще мне бы хотелось, чтобы русские подтвердили свою тягу к египетской... к египетским традициям. Ну, у них там сейчас в пирамиде один из фараонов лежит на Красной площади. А по египетской традиции, когда фараон умирает, то ему в могилу бросают и жену его, и слугу, и коня, и кота, в общем, всех, кто вокруг него был. Так вот, я думаю, что когда бункерный, который, ну, пока мы считаем оригиналом, почит, то ему туда бросят и всех его реплик. І на цьому, собственно говоря, число Путіних закінчиться. Що ж, на цьому позитивному прогнозі буду вам дуже дякувати. Дмитро Попов, психолог, кандидат психологічних наук, профайлер сьогодні був з нами. Про важливе говорив, про нелюда, який, на жаль, ще поки що живий. Але, звісно, сподіваємось на краще і віримо в наші Збройні Сили України, за що їм також дуже сильно дякуємо. За те, що ми маємо змогу з вами говорити. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Я нагадаю, це «Фабрика новин», обов'язково ставте лайк, підписку і також чекаємо ваші коментарі під цим відео. І нагадую про функцію спонсорства, ви бачите відразу після нашої розмови під коментарями. Там всі деталі побачите, як можна нам також допомогти, за що ми були вам дуже вдячні. Вам всього найкращого бажаю.